В Международный день мира и в православный праздник Рождества Богородицы коллектив Центра реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития на улице Ивана и Юрия Лип получил подарок – икону Богородицы, которую написала и подарила центру Алла Шляхова. Первоначально этот центр реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития посещали 50 человек. Сейчас здесь получают помощь свыше 700 воспитанников, рассказывает Марина Игонина. Это амбулаторное отделение, в котором получают курсовые реабилитационные услуги от 3 до 6 месяцев. Дети из группы риска до 4 лет и дети с инвалидностью до 7 лет. А также у нас есть уже и группы дневного пребывания. Вот тяжелые детки, которые не могут посещать обычные детские сады или школы. Здесь есть группы для дошкольников, есть и школа, говорит директор центра. Мы тоже называемся школой, и у нас проходят уроки. Главное, что дать ребенку то, что он может освоить. Необучаемых детей вообще нет. Дефицит, наверное, квалифицированных специалистов, которые могут обучить этого ребенка. Особый подход, особая специфика в процессе образования. И после окончания школы этих детей не оставляют без помощи. Есть уже мастерские, куда более 50 детей мы на трудовую реабилитацию направляем. Ну и также социальное сопровождение на рабочем месте. 28 ребят с инвалидностью у нас трудоустроены и работают с социальным сопровождением. 10 лет на территории центра строили храм, который был необходим детям и их родителям, считает Марина Игонина. Мы приняли решение такое построить здесь храм, потому что ребенок в инвалидной коляске, в общественном транспорте, транспортирован куда-то в церковь с мамой. Чаще всего это неполная семья, удается очень тяжело. И мы сделали так, что мы причащаем деток здесь у нас и молимся в их духовном оздоровлении. В день Рождества Богородицы и в день мира Центру реабилитации преподнесли особый подарок – икону, которая получила название «Молитва за мир». Для того, чтобы мир был в доме, мир был над нашими головами, мир был в сердце, в душе и помогал нашим детям исцеляться. Матушка Серафима тоже, мы очень ей благодарны за помощь. Вот название иконы, икона «Молитва за мир». Именно этим деткам, этой категории деток очень нужна помощь молитвенная и защита, и исцеление по молитвам. Вот очень рады, что именно сюда пришла эта икона.